Какие продукты избавят от изжоги? Врачи рассказали, что дыня, каша и некоторые другие продукты помогут избавиться от изжоги. Изжога – это неприятное состояние, при котором отмечается боль и жжение в грудной клетке, иногда она сопровождается тошнотой. Некоторые продукты помогут избавиться от изжоги. Овсянка. Это замечательное блюдо, с которого стоит начинать день тем, кого часто мучает изжога. Эта каша способствует снижению кислотности желудка. Дыня и банан. В отличие от других фруктов, дыни и бананы не содержат кислоты. Зато калий, содержащийся в этих продуктах, нейтрализует кислоту. Кусочек дыни или один банан смогут заменить таблетку от изжоги. Хлеб. В цельнозерновом хлебе содержится клетчатка, которая снижает кислотность. Рисунок. Сложные углеводы – отличный вариант для тех, кто страдает от изжоги. Лучше всего подойдет коричневый рисунок. Картофель. Этот корнеплод вмещает мало кислоты. Зато в нем много калия и кальция, которые, в свою очередь, помогают справиться с изжогой.